Невозможное сегодня станет возможным завтра. Человек с рождения стремится к развитию и познанию. Главное – сохранить это стремление в будущем. Просвещение – наш путь. Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Юрий Гагарин, Николай Карамзин и многие другие. Россия – страна великих людей. Стань одним из них. Зайди на сайт Национального фонда просвещения и прими активное участие в построении будущего.